Всем привет, мои дорогие! Как вы поняли по названию видео, что сегодня будет переплощение. Да, наконец-то кто-то скажет из вас. Ура! Нет, это не ночнуха. Нет, я не в лифчике сижу. Это просто платье. Многие с детства меня сравнивают с Анджелиной Джоли, потому что у меня пухлые губы. Но не настолько, как у Анджелины Джоли. К чему это я говорю про Анджелину Джоли? Потому что мы сегодня будем переплощаться в Малефисенту, да. Давайте не будем много болтать, а приступим к работе. Да, это крем. А вы что подумали, маленькие извращенцы? Да, это обычный крем. Выдавливаем на руку. И затем распределяем по лицу. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да, 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 вот так вот. А потом, чтобы не блестела харя, мы припудриваем пудрой. Да, чтобы не блестела харя, чтобы не отражалась камера. Это нам не надо. Берем черный карандаш и делаем контур бровей. Поострей кончик, у нас же будет Малефисента. Затем берем черные тени и заполняем внутри брови. Логично, внутри брови заполняем. Покорчили маленечко рожи. Берем те же самые тени, черные, и делаем легкую дымку. Затем берем буржуа подводку и рисуем стрелки. Что-то я хотела. Так, что я хотела? Я хотела нарисовать себе губы, да. Чтобы они у меня были. Ой, что за волосня такая? Да. Вот такая вот красная помада у меня. Бе-бе-бе. Вот так вот помаду на кисточку наносим, 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 пожирнее, побольше. Немножко размяли губы и начали рисовать, вырисовывать губёшечки. Потом еще сверху накрасили помадой, прям пожирнее хочу. Берем черные тени и делаем контур лица. Вот так вот нарисуем, вот так вот растушуем. Отделяем спереди маленько волосы, вставляем рога, брызгаем лаком волосы и делаем начес. Вот так вот, вот так вот делаем. Потом через рога перекидываем, разделяем на две половины это все, держим языком, да, держим языком волосы, потом обматываем рог, один рог
обматываем волосней и закрепляем. И закрепляем сзади. Блин, что за херня, что такое там? Не получается. Вот и культяпка, блин. Криворукая. Вот и криворукая. Ну-ка еще раз. Вот. Вот так вот. Вроде бы держится. Ну ладно. Надо вторую зацепить. Вот, давай. Ну, вроде бы что-то получилось. Берем второй лук, обматываем волосиной и зацепляем тем же способом. Ну, можно попить, чтобы скучно не было. Так, все это закрепили и сбрызнули лаком. Теперь распустим волосы. И вуаля, Малефисента получилось. Ну, может быть, ну, мне так кажется. Все, красотка. Пойду кого-нибудь цепану. Получилась Малефисента. А как я сделала рога, сейчас покажу. Вы сейчас скажете, типа, зачем тебе такие яркие брови, вообще такой яркий макияж? Она ж совсем не так выглядит. Да потому что, когда ты находишься в темном помещении, типа бара или клуба, надо делать это все поярче, чтоб масик не царапал в дверь. Так о чем же я? Когда идешь в бар или в клуб, там темное помещение. А чтобы как-то выделяться, надо все это выделить поярче. Что брови, что глаза я сделала максимально четко и максимально ярко. Так что не говорите, что ты чересчур много всего нанесла. Нет, не чересчур. И я это сделала для того, чтобы меня заметили. А также пишем в комментариях, понравилось мое переоблачение или нет. И похожа ли я на Малефисенту стала или нет. Не стесняемся, пишем. Вы не представляете, сколько я сижу и записываю этот ролик. В общем, у меня накрылся зарядник, и я передавала через Wi-Fi на Яндекс.Диск. И я уже записываю с 12. Сейчас сколько времени? Уже второй час. Я хочу есть. Я сейчас это все смою, сниму все эти рога и пойду жрать. А на этом все, дорогие мои. Всем обнимашки, целовашки. Всем пока. Ну да, никто не застрахован. Муж загулял. Пойду спиливать, чё. А есть у кого лобзик или как там, пилка для рогов? Есть? Нет? Придется маникюрной пилочкой это все спиливать. Что поделаешь? Да, у меня муж черт. А я Малефисента. Масик, оставь в покое папку. Пусть папка поспит. Папка работал. Всю ночь. Надеюсь, работал. А не рога ставил. Ну ладно, давайте, пока.